Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Ну а я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня проект без вложений. Называется CryptoMiners24.com. Платформа для заработка криптовалюты. Проект без вложений. Здесь очень все качественно так вот сделано. Вот главная страница, сами уже просмотрите. Я зачитывать тут все не буду. Значит, вот здесь на главное майнинг. Это все информация идет, как бы, если кто хочет ознакомиться. Здесь реферальная программа, конкурсы, вопросы-ответы и контакты. Значит, регистрация. Да, еще что, каждому подарок 1 USD, да, только в криптовалюте. $1 в криптовалюте. Значит, регистрация, вы нажимаете сюда, вход на сайт. И вот здесь нажимаете регистрация. Ну и заполняете все. Ну, на почту не помню, приходило письмо или нет. Ну, а потом по логину зайдете. Я уже как бы зарегистрирована, сейчас я перейду на сайт. Вот так он выглядит, как вы залогинитесь, попадете на такую страничку. У вас здесь будет бонус, как бы, да? И здесь вот все расписано. Зайдите в раздел «Аренда вот этой монет этих ферм» и купите бесплатно ферму номер 2. Вот это она вот здесь. Вы переходите на эту вкладочку и покупаете себе платформу, как бы, так? Номер 2. Далее что? Так, давайте по порядку. Вот эти монеты, они будут как бы майниться вам, так? Они вам будут майниться. Так, сейчас покажу. Вот здесь, вот в этой вкладочке собрать микросатоши. И вот они у вас как бы здесь майнинг. Вот у меня намайнено. Я уже вчера только зарегистрировалась, как бы уже проверила его вчера же на вывод. Вот. И вот эти монетки, которые вот майнятся, вот, они идут на вывод. Вот у меня сейчас 21 монетка на вывод. Так. Вот, давайте собрать. Все. Далее, все здесь подробненько. Перейдите в раздел «Продать микросатоши». Вот. Так, собрать вот микросатоши. Сюда заходите. Нажимаете «Продать». Ой, сейчас. Так, это «Собрать». Сбор, подожди, собрать. Вот, продать, вот вкладочка. И вот мои монетки, да? Они. Нажимаю продать. Все, я продала эти микросатоши. У меня стало уже, смотрите, 157 на вывод. Далее. Что здесь еще? Вот это аренда Доги ферм, аренда БТЦ и Литош. Это по желанию. Если вы хотите там что-то купить. Сейчас одну открою. Это уже как бы дело ваше. Что здесь еще у нас без вложений? Майнинг. Вот у меня, вот смотрите, вот здесь вверху криптовалюта. Вот эта вся криптовалюта, она майнится без вложений. Нажимаю Доги. И вот у меня майнинг. Майнится они. Так, у меня сейчас на балансе вот сумма. Она идет как бы без ограничений. Вот этот майнинг выводить на Faucet Hub. Вот. Но нужно будет привязать кошелек. Обязательно. Сейчас что-нибудь такое показать вам. Вот такая будет вкладочка на всех криптовалютах. Сюда вписываете кошелек, ну, той криптовалюты, которая вам надо.
Нажимаете «Установить», и он у вас как бы, да, установлен. Давайте перейдем к догам, так как я собираю доги. Вот. И вывод идет на Faucet Hub, как я уже сказала. Вот. Так, подождите. Майнинг, да. Заказать выплату. Мой баланс, как мы видим, обнулился. Я вот вчера уже выводила отсюда. Вот, ну и вот сегодня у меня. Давайте теперь перейдем на микрокошелек. Так, где мой Faucet Hub? Вот он. Смотрите, я сейчас... Вот я тут пробовала выводить биткоин кэш. Правда, маловато, да? Вот, смотри, CryptoMiners24.com. Сейчас я перезагружу страничку. Опускаемся. И, пожалуйста, CryptoMiners24.com. Доги мои пришли сразу на Faucet Hub. Как видим, проект платит. Далее давайте перейдем на сайт. Так, это у нас все идет, значит, без вложений. Вот. Тут все как бы нужно обновлять, ну так, периодически страничку, или она сама обновляется. Значит, по криптовалюте я вроде как сказала. Так, это я тоже сказала. Это я сказала. Так, ну что тут еще? Дальше конкурс майнеров. Призы онлайн, как бы, так. Это все сами просмотрите. Вот эту надо устанавливать. Это все-все по желанию. Ну, тут мои рефералы будут отображаться, как бы. Еще есть бесплатные сатоши. Они идут на... для покупок. Вот у меня уже собрано столько вот на покупке, да, как бы, потому что можно насобирать, а потом пойти, например, в аренду и что-нибудь себе приобрести. Смотрите, бонусы. Получить бесплатные сатоши раз в одну минуту. Нажимаю «Получить». Так, ага. Так, так, получила я. Получить сатоши. А так, на ваш счет. Так, ушло. Сколько-то там сатоши? По-моему, 8 было. Они вот добавляются сюда. Теперь давайте бесплатные сатоши раз в 5 минут. Тут уже надо вводить капчу. Так, витрина. Капча, конечно, это когда видео снимаешь. Так, ага. Получаем сатоши. И вот мне 14 сатошек, вот красными цифрами. Раз в 5 минут. Ну, там варьируется как бы от 1 до 100 сатош. Тоже мне капнуло на мой баланс для покупок. Так. Далее. И получить бесплатные сатоши раз в 12 часов. Я их уже получала. Не буду видео затягивать. И тоже как бы раз в 12 часов как бы капают на баланс для покупок. Что еще у нас есть? Обменник. Здесь уже тоже по желанию на вывод на покупки. И тут на это менять. Далее бесплатный обменник. Здесь у нас заказать выплату. Выплату хочу сказать, что по поводу вывода. Вот эти сатошики, то, что на вывод
Вот у меня 157 их. Вот этой криптовалюты. Значит, смотрите, минимальный вывод, это вот идет в долларах. И вывод идет на Faust, ой, не на Faust Hub, на этот, на Payeer. В настройках забьете кошелек Payeer себе. Вот. И когда у вас будет минимум 20, сколько тут, 20 тысяч, нажимаете заказать выплату. Это будет, если я не ошибаюсь, не знаю, сколько так. Ну, здесь вот курс валют, сами уже посмотрите. Вот. Заказать выплату, и на Payeer приходит. Ну, что так. Ну, здесь пополнение счета, здесь вот мой профиль, ну, и здесь настройки. Ну, вот такой вот проект. Кому интересно, без вложений, конечно, можно здесь поработать. Майнится здесь вот доги очень-очень быстро они. Вот. И как бы без ограничений. На этом буду заканчивать. Так, про ссылочки я вам сказала. Так, мой профиль. Реферальная программа. Вот здесь две ссылочки идут. Смотрите, одна ссылочка. Вторая ссылочка. Ну, а здесь сами прочтете, реферальная программа. Вот. Ну, вот теперь уже все. Кому интересно, присоединяемся. И зарабатываем бесплатные монеты. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.